Доброе утро! У нас сегодня 1 декабря, первый день зимы. И посмотрите, у нас метет снег, у нас много-много-много снега. И он все продолжает идти. И это здорово, смотрите, какое классное-классное настроение. Действительно зимнее, действительно новогоднее и очень-очень хорошее. И я надеюсь, что у вас также сегодня классное настроение. Сейчас муж дочистит машину. Сейчас он еще в меня чем-нибудь кинется, каким-нибудь снежком. И мы поедем. Сначала мы едем ко мне на работу, а Дима едет по своим делам. А что будет потом, вы увидите. Если будете смотреть этот влог, вы же его смотрите? Правда смотрите? Хорошо. Меня муж уже привез на работу, видите? Машины все в снегу. Ой, классно. Интересно, сколько сегодня снега наметет? Потому что он продолжает идти и идти. Мне кажется, такие, ну, конечно, не вот такие сугробы, но должны быть. Должны быть, класс. Иду на работу. Сейчас буду обниматься с Маруськой. Люблю, когда в декабре идет снег. Вот потом, после 1 января, уже его не хочу. А в декабре люблю. Смотрите, какой у нас зимний лес. Из Иликса. А вот там горит огонек. Я прямо вот сейчас смотрю, и мне на ум приходит сказка 12 месяцев. Ну, как вы поняли, я все еще здесь, в магазине. Почему мы доставали цветочки, точнее, Иликс. Мы ходили сейчас на улицу в снегу, фотографировались немножечко. Марина меня поснимала. Вот, потом мне перешлет все фотографии, я их обработаю, и вы увидите их у меня в Инстаграм, скорее всего. Кстати, сегодня я еще ни одной сторис не сняла в Инстаграм. Надо это исправить, пойду-ка я прямо сейчас на улицу, пока я еще тут не раздевалась, пока я в шубе и сниму сторис. Вот, а к вам вернусь чуть попозже. Щи и борщи, это мы сейчас, уже приехал Дима за мной. Поедем дальше и обсуждаем, Дима хочет борща. А я сказала, моя мама 2 дня назад приготовила кастрюлю борща. А Яна, вы знаете, сейчас Яна у моей мамы. Яна сказала, я не буду есть борщ, я люблю щи. И моя мама специально для Янки вчера сварила кастрюлю щи. Поэтому у моей мамы есть и щи, и борщи. В общем, на выбор. И все вкусное. И, в общем, мы схохочем тут. И вообще, видите, как у Янки повезло с бабушкой. Вы видите? Да, Яна захотела, она и щи приготовила. У меня бы Янка ела бы борщ. И все. Пока бы не съела, щи бы не бы... Сидела бы голодная. Ну ничего, знаешь, это так. Голодная первый час, а потом бы пришла бы и съела и борщ. Янка, она особо себя... это не тот ребенок, который будет голодать. Да, она вот когда уже совсем захочет есть, она уже съест все, что есть. Вот. То есть с ней в этом смысле никогда не было сложно. Елочка на заднем плане. А, кстати, у меня вчера же был комментарий по поводу того, как елочка сделана. Елочка на самом деле сделана очень, ну как, легко. Здесь деревянная основа в форме елки. Видите, вот сделана, да? После чего на нее с двух сторон этим степлером прикреплен нобелис, ветки нобелиса. Это, кто знает, елочка, она натуральная, но она не сыпется, она очень долго может вот в таком состоянии быть. И вам пример, эта елка, потому что мы ее привезли в прошлом году, она у нас все, весь год отстояла, лето отстояла, после чего мы решили ее покрасить из баллончиков, белый и немножечко серебристый цвет, и потом при помощи клеевого пистолета приклеили на нее весь декор. Хлопок, мандаринки, вот деревянные снежинки, бусинки. И вот такая елочка получилась. Она на самом деле практически вечная. То есть вы ее берете, ставите, потом прячете на целый год куда-нибудь, чтобы она не пылилась. И все, и каждый год можете доставать. У вас каждый год будет вот такая елка. Причем она на самом деле получается из натуральных материалов, но просто вот покрашена. Так что, пожалуйста, пользуйтесь, можете повторить. Эй! Ой, как я люблю на снегу эти следы всяких птичек. Смотрите, сколько снега так хрустит под ногами. Димка в машину уже садится, все, уже едем с ним дальше. Сейчас поедем сначала к нему на работу. Я тут вот сторис снимаю, скидываю ссылку на своего очень хорошего знакомого, у которого шиномонтаж, потому что проехали мимо шиномонтажа сейчас, там очередь стоит, вам не передать какая, как мавзолей. А вообще мы вот приехали уже на работу к мужу. О, и сразу его загрузили, не успели даже ко входу подойти. Что? Что забрал? Вот они, все радости снега. Очень хорошо заметны на
полу во всех центрах и магазинах. Показываю вам рабочее место моего мужа. Все, он уже одет, и мы едем дальше. Сейчас мы едем на рынок. Поехали вместе. Мы сейчас едем на рынок, и я вам хочу показать, что у нас в Минске еще до сих пор есть частный сектор. Видите, домики сохранились, люди там живут, и несмотря на то, что это практически центр здесь считается, то есть это не окраина города, это все в центре. Хотя по планам мэрии нашего города, по-моему, если я не ошибаюсь, к какому-то там 2025 году, но, в общем, планируется в любом случае в ближайшем будущем полностью сносить весь частный сектор, который есть, особенно в центральной части города, и застраивать домами. Домами, разными торговыми центрами, ну, все как всегда. То есть делают город более современный, старается избавиться от вот таких исторических, я бы даже сказала, мест нашего города. Ну что, мы приехали в торгово-развлекательный центр Бикс. Это здесь, где я обычно себе тональник покупаю. В принципе, за ним мы тоже зайдем. И чуть дальше тут есть рынок, называется Экспобел. Вот туда мы идем. Вот, вот так выглядит наш рыночек. Слушайте, столько людей много, все ходят, уже выбирают что-то. Ну тут еще и вот, о, ватрушки, кататься. Всякие, видите, шарики светящиеся. Видите, какая здесь красота продается для маленьких деток. Это ж своего малыша вы можете одеть вот в такую новогоднюю одежду и устроить, например, фотосессию. Вот если пьянка у меня была поменьше, я бы даже не думая купила бы вот такое вот платьице и устроила бы ей красивую фотосессию. Видите, уже елочки есть, искусственные, но выглядят как натуральные. Смотрите, как тут все светится. Все, вот знаете, декабрь, первый снег, рынок, огоньки, и все. Я просто в восторге. Ну, какой парик классный. И у меня просто настроение новый год. Ну, и смотрите, там впереди еще больше. О, олень. О, какая красота. Давай вот здесь посмотрим. Смотри, тут какие-то Деда Морозы. Все, сижу, греюсь в машине. Походили по рынку, ну я вам чуть-чуть поснимала, да, но на самом деле там только начинают новогодку все привозить, то есть есть елки по чуть-чуть уже искусственных, гирлянды много где продаются, чуть-чуть шарики, но вот именно так, как обычно вот на этом рынке бывает, там новогодки просто выше крыши, всякие интересные веточки, и там игрушечки новогодние, да, там сейчас пока еще этого очень мало, я думаю, что числа 10-го, вот так вот, декабря надо ехать, вот тогда, конечно, будет намного больше ассортимент. Но я взяла немножечко маленьких шариков новогодних, чтобы еще буду делать веночки, чтобы было чем украшать. Сейчас я на заправке, муж пошел платить в кассу, заправляю машинку. Вон, не знаю, видно вам там, не видно. И едем за Яночкой к маме. Мама уже ждет, чтобы мы приехали, забрали, потому что Янка очень хочет на улицу, она хочет бегать по снегу, гулять, а мама сказала, говорит, а я уже просто не могу, говорит, давайте, вы более молодые, забирайте и развлекайте ребенка, так что забираем сейчас Янку, и, возможно, пойдем сегодня еще с горки кататься, еще пока не знаю, возможно, наверное, вообще хочется. Ну, посмотрим. Слушайте, уже начинает темнеть, а снег не проходит. Он все идет, идет, и такое ощущение, как будто начинает усиливаться к вечеру. Мы сейчас заехали в магазин, купили Димке обувь зимнюю. А то он бедный, в кроссовках ходит, ему холодно. Так, зашли, и сейчас к маме дальше едем. Это вот по дороге было. Но хочу вам сказать, конечно, метёк-то заметает. 1 декабря, класс, мне нравится. Настроение на самом деле вот поднимает такая погода. Ну не знаю, мне, например, нравится. Привет еще раз, как вы видите, мы дома. Кто там соскучился по Янке? Вот она вернулась домой. Все, она уже с нами. Сейчас, скорее всего, Яна с Димой пойдут на улицу покататься на горке. А я, Яночка, мне надо зайчика вязать. Я сначала тоже хотела пойти с ними погулять, но потом понимаю, что, наверное, нет. Мне все-таки заказали игрушечку, и я должна в первую очередь связать зайчика, а не думать о каких-то развлечениях вечерних. И так целый день сегодня гуляла на свежем воздухе, поэтому
пока вы погуляете, я повяжу. Смотрите, как она рада. Смотрите, как она рада, что мама не идет. Конечно, мама же будет ходить и говорить: я на ней лезь в снег, я надень шапку, я надень перчатки, я на замотай голову шарфом. Аж хрюкнула от радости. Яна, ну сядь нормально. Вот этого мне не хватало в видео. Вот этого вот. Обезьянки рядом постоянно. Ладно, я о чем? Я хочу пожелать вам всем счастливого декабря. Еще раз напомню, сегодня 1 декабря, первый день зимы. Счастья вам, успехов вам, удачи вам. Пусть этот декабрь принесет вам большое количество волшебных и добрых моментов. С вами была Оля, завтра мы обязательно увидимся. Спасибо, что ставите лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Все, до новых встреч!